Привет всем. Хочу рассказать об отечности или об как опухает коленный сустав. Посмотрите, что у меня сейчас в данный момент просто. Он не опухший, ничего. Вот, был у доктора. Вот, сейчас расскажу всю историю. Ой, не знал, куда бежать. Я лег на операцию, был панкреатит. Было плохо. Капельниц много. Целую гирлянду вешали. И помногу. Вот. Как-то был момент, у меня вот опухла отечность коленного сустава началась. И при обходе хирургу я показал, что случилось. Вот. Он сказал, это не мое. Мучился я так очень долго мучился. То у меня пропадет, то опять появится. Ходить невозможно было, ногу согнуть невозможно было. Вот. Думал сначала по первому, если доктора ничего не знают, думаю, ну, как всегда, пройдет все. В принципе, ничего не прошло. Стало все хуже, чаще. Я уже давай диеты какие-то там придерживаться. В итоге, чтобы отечности не было коленного сустава, я вычитал то, что надо придерживаться простой диеты, небольшой, которая стимулирует отечности. Это нельзя есть сыр моцарелла, но там допускаются малюсенькие нормы, там, ну, несколько грамм можно, как бы, но лучше, я думаю, не стоит. В кильке там какая-то кислота присутствует, то, что очень сильно влияет на коленный сустав. И семечки подсолнечника. Вот эти вот три компонента, которые есть совершенно не рекомендовано при болезни суставов. Так что вот такие вот дела, ребята. Сейчас я в итоге, уже прошло очень много времени, сделал МРТ. У нас докторов как таковых, ну или всегда, если какие, в основном их нету. А есть какие есть, то или в отпуске, то или еще что-то. В итоге добрался до Москвы. В Москве вот меня сейчас доктор лечит. Вводит лекарство прямо в коленный сустав. Лекарство получается в три этапа. Раз в неделю надо ездить. Один укол получился, я покупал. Ну, в итоге три укола, 17-200 почти я вот отдал тысяч. Благо, что вот хороший доктор попался. Денег ничего не берет, вот уколы делает. Так что вот такие вот дела, ребята. Если кому-то полезно, составляйте комментарии. Отвечу, если при возможности. Попытаюсь, в принципе. Вот. Так что вот такие дела, ребята. Я, если что-то будет интересно, сниму еще. Все, всем пока.